тому природному явлению. Там прошел первый этап гонок «Миджет на льду». Его победителем стал мастер спорта по кольцевым автогонкам Виктор Шайтар. До финиша дошли только 4 гонщика. Начинали состязания с квалификационных заездов. 25 участников. Участвовало в них все, решило мастерство. Разные с виду, но технически совершенно одинаковые автомобили позволяют полностью раскрыться гоночному таланту. Тем более, что в управлении машины достаточно просты. Ну а чтобы и вовсе нивелировать влияние техники, машины перед каждым стартом разыгрывались между пилотами. Но при этом авто класса «Миджет» – настоящий гоночный болид, способный разогнаться до 100 км в час всего за 3,5 секунды. А максимальная скорость его превышает 200 км в час.